20 января состоится инаугурация президента США Джо Байдена. Его все больше позиционируют как проармянски настроенного. Что даст Армении армянам президентство Байдена, на которого они возлагают особые надежды? Политика США в отношении стран Южного Кавказа и, в частности, Армении не претерпит особых изменений в период президентства Джо Байдена. На нее не повлияют и последние назначения избранного президента на руководящие должности в своей администрации лиц армянского происхождения, заявил «Спутник Армения» глава армянского центра американских исследований Сурен Саркисян. Будут определенные уточнения в политике США в отношении стран Южного Кавказа и Армении. Возможно, держава и пересмотрит свои отношения к нашей стране, однако это не означает изменения политики, сказал Саркисян. По его словам, в ближайшее время от Вашингтона стоит ждать новых акцентов в сотрудничестве, однако это больше необходимость из-за сложившихся послевоенных реалий и роли США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В этой связи Саркисян советует не искать в назначениях Байдена каких-либо преднамеренных действий. Но при этом он также советует властям Армении сконцентрироваться над углублением двухсторонних отношений в сфере экономики в бизнес-секторе. Эксперт отметил, что с администрацией Трампа Ереван не выстроил активной повестки двухсторонних отношений. Не было также встречи на уровне глав государств, чего не было при предыдущих лидерах США. Он также указал на то, что сейчас все во многом зависит от того, насколько эффективно Армения сможет использовать свои связи для достижения результатов. Саркисян подчеркнул, что в этом контексте немаловажную роль сможет сыграть армянская дипломатия, поэтому Ереван должен уже сейчас начать работу с администрацией Байдена по повестке армяно-американских отношений. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.